привет. У нас попросили подписчики обучить человека, как делается вот такое движение. Его как она называется? Мы сами не знаем, как она называется. Это вранье, ребят. Я не знаю. Так вот, называется. Дима. Это движение называется общем, «Это вранье, ребят, шафл». В общем, друзья, я пытался объяснить Диме и Дане, никогда не получалось, поэтому с этим справится Егор. У него ножка Настоящий хореограф. У него ножка бобо. Не надо сильно танцевать, надо показать. Егор, у меня реально не получилось объяснить. Я надеюсь, у тебя получится. В смысле, Даня? Даня может привет, делать это. Ребят. Они меня подставили. Делается кик, пам, сюда. Кик, стоп. Пам, сюда. Кик, пам, сюда. Кик, пам, сюда. И получается. Кик, пам, пум. Кик, пам, пум. Кстати, так движение называется. Кик, пам, пум. Кик, пам, пум. Да-да-да, сам Тупак назвал его так. А сейчас я говорю, объясни тебе. В смысле, вот смотри, я чем толкнулся. Сколько мы не покажем, мы покажем человеку делать, он видит. Но не понимаю. То есть я за всю жизнь не смог ни одного человека научить этому движению. Да. Посмотри, что у Димы не так, и дай свой совет. Да, смотри, Дима. Кик, пам, пум. Кик, пам, пум. И кик, пам, пум. Кик, пам, пум. И добавляешь просто. Кик, пам, пам, пум. Давай вместе, Даня. Кик, пам, пум. 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 Подожди. Дима, давай. Нет, давай разберемся. Давай разберем. Вот попробуй сделать. Посмотри, я делаю, ты пытаешься подстроиться, а Егор говорит, где у Димы затупок. Хорошо, хорошо. Просто смотри, я просто делаю, ты постараешься как-то. Давай. Кик, пам, пум. 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 Я буду дальше делать. Ты делаешь кик, но не делаешь пам, пум. Кик, пам, пум. Кик, пам, пум. Кик, пам, пум. Я на одно движение меньше, Дима, получается. Я не смогу. Все, ты сможешь. Не сдавайся, давай. Я не смогу. Давай вместе попробуем. Кик. Давай, я смогу. Егор, нам нужны твои преподавательские комментарии. Что не получается у Димы? Это как будто самое необычайное движение на земле. Да нет, все просто. Когда умеешь. А когда человек не умеет, он просто не умеет. Кик, пам, пум. Да, пум это назад. Нет, Дима, ты еще ногу. Смотри. Кик, пам, нога вперед, пум, назад. И дальше то же самое. Кик, пам, пум. Нет, кик. Дима, ты сразу ногу назад делаешь. Да, сразу ногу. Кик. То есть ты не делаешь пам. Вот. Кик, нет, пам. Смотри. Кик, пам, пум. Кик, пам, пум. Кик, пам, пум. Кик, пам, пум. Вы это быстро кик, делаете. Вы перепрыгиваете. Давай. Дима, попробуй, попробуй медленно. Смотри, назад. Кик. Кик. Пам, пум, кик, ой. У меня привычка, но назад уводим. Егор, ты когда-нибудь объяснял это движение людям? Да, объяснял, ребята. Я уже вот так наступку уже устал все объяснять это по 200 раз. А и как, получается? Да, получается. С первого раза у всех получается, кроме Димы. Егор, а мы какие? То есть были реально, то есть были люди, которые не умели? Конечно, и не научились. Просто у меня ни одному человеку за жизнь не удалось это объяснить. Егор, а мы при кике делаем второй ножовый? Просто. То есть... Нога двигается, да, или стоит на месте? Прыгает, да. Вот. Пум. Пум. И кик. Кик. Пам. Пум. Нет. Пум. Ты сразу делаешь пум. Пум. Ты пропускаешь пам, делаешь пум. Кик. Пам. Пум. Кик. Пам. Пум. Кик. Пам. Пум. Кик. О, хорош. Давай. Пробуем. Пять. Давай. Шесть. Семь. Восемь. И раз, кик, два, пам, три. Пум. Кик. Пам. Пум. Кик. Пам. Пум. Кик. Пам. Пум. Вперед, назад, назад. Егор, а как, когда вперед, ты узнал вперед, про это движение назад, вообще впервые? Вперед, назад. Слушай, вперед, давно, вперед, назад. Очень давно. Вперед, назад. И сразу смог сделать? Ну да, в принципе, я повторил сразу же. А какой мы выдавали, как называлось? Реально кик-пам-пум? Да нет, я просто так звуки так обозначаю. Ну типа, нет, я так... иногда устал. Она называлась считать... шафл, это все вранье кик-пам-пум. Ну типа, это по-моему шафл называется, если честно. Я могу ошибаться, ребят. Ну по сути это шафл есть, здесь же по сути пеликан идет. Я просто очень много смотрел видосов. И там есть люди, его делают, но ни одного названия не фигурировало. Да? У всего фигурировало, кроме этого движения. Можно сам... просто спросить, кто хаос танцует. Неправильно, ребят. Помнишь. Великое секретное кик, движение. Кик-пам-пум надо загуглить. Кик-пам-пум. Ну или мы дали ему название только что. Кик-пам-пум. Итак, Дима. Надо заюзать. Дима, твой финал. Давай пробуем. Это был кик. Кик-пам-пум. Ты помешал заниматься. Давай, Даня. Кик-пам-пум. 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 Я хочу с вами.
Да, на так... море грязь. Под, ребят, подписывайтесь, подписывайтесь, подписывайтесь. Да, кстати. По ссылкам в описании. Не, он в каждом нашем видосе, в каждом нашем видосе есть ссылка на канал Егора. Да. Чем больше подписчиков и динамики, тем больше у Егора мотивации снимать еще, появляться тут почаще. Поэтому, смотрите, сейчас открыли описание, там Егор, настоящий профессиональный танцор. Понимаете, это человек, который танцевал, например, с Black Star на сцене в День города. А еще у Егора море заслуг. Если взять его мероприятие, поместить в портфолио, то это будет просто 30 страниц формата А4 строчками. Вот. Егор круто танцует. Это все правда. И Егор еще получает за это деньги. То есть скоро Егор будет сниматься на федеральном канале. И он снимался в клипе «Любимка». То есть Егор это технически настоящий профессиональный танцор. То есть это все шарлатанцы, это все раздувы, а это профессиональные танцы. Ты думаешь, что кто-то там досмотрит до конца? Да. У нас раздувовые подписчики, они крутые. Лояльные. Бля, ребят, спасибо вам большое. Кстати, если вы хотите что-то передать Егору, реально зайдите ему на канал, напишите комментарий. Егор подпишитесь. Да. Поставьте колокольчик. Да, а что? Скиньте донат. А что это колокольчик? Ладно, донат. Пробейте, бейте в колокол, говорить надо. А что такое колокольчик? Это уведомление. А, уведомление. Представляете, мы закончили с кик-пам-пум на сегодня, но это не конец. Дима обещал научиться, пока позанимается один. Да. Кик-пам-пум. Кик-пам-пум. Я запомню. Круто, ребят, спасибо.